Расскажите, как вы познакомились? Мы познакомились на первом курсе, буквально на первом сборе первокурсников. Сколько лет вы вместе? Почти 2 года. Год и 11 месяцев, да? 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 Да. Как вам сделали предложение? Это было в Санкт-Петербурге, на Финском заливе, в день семьи, любви и верности. Он сказал мне просто отвернуться, мы просто сидели, что у него для меня какой-то сюрприз. Я отвернулась, и я слышу дрожащий его голос, который говорит: «Сегодня день семьи, любви и верности, и я тебе клянусь вечной любви, верности, и хочу, чтобы ты стала частью моей семьи». Не наврал. Все так. Все, глазки закрываем. Кто из вас первым признался в любви? Кто из вас вкусно готовит? Кто чаще готовит? Кто больше тратит денег? Кто больше зарабатывает? Кто из вас чаще обижается по мелочам? Кто первый идет мириться? Кто из вас умнее? Кто киноман? Кто чаще любит фоткаться? Кто больше любит поесть? Кто больше любит шопинг? Кто больше любит поваляться в кровати? Кто из вас дольше собирается? Кто наиболее романтичный? У кого из вас больше родственников на свадьбе? Кто из вас чаще ходит в магазин? Кто больше читает? Кто больше учится? Кто самый веселый? Кто больше всего любит тусовки? Кто будет громче визжать от испуга? Кто самый настоящий транжира? Кому из вас чаще везет? Кто из вас вечно опаздывает? Кто больше тратит денег на всякую ерунду? Кто громче храпит? Кто постоянно любит напоминать какие-нибудь промахи? Кто из вас больше ест сладостей? Кто будет спорить до упора? Кто из вас самый смешной? Кто больше бездельник? Кто из вас больше скромней? Что для тебя любовь? Любовь для меня — это то, чему я могу отдать себя полностью, и то, для чего я, собственно, и живу. Без любви нет смысла жизни. Любовь — это, наверное, полное взаимопонимание, постоянная вот перманентная поддержка и вера в друг друга. И, наверное, я поняла, что такое любовь в момент, когда нашла вот того самого человека. Оно как-то вот само подсказало, что все, вот с этим человеком мне максимально комфортно, я сама чувствую себя собой рядом с ним. Даша намекала тебе на свадьбу? Абсолютно никак. Она вообще не догадывалась, что я сделаю предложение, и не думала, что свадьба будет настолько рано. Вроде через год, но рано. Планировали позже. Нет, что удивительно, вообще нет. Я была максимально шокирована предложением. Я думала, куда так рано? А потом через год свадьба. Я такая, нет, я до последнего еще такая думаю, а не рановато ли нам? Характеризую ее 5 словами. Добрая, заботливая, радостная, улыбчивая и моя. А характеризую его 5 словами. Дипломатичный, сентиментальный, сильный, интересный. Это личный мем. И, ну, душа компании смешной очень.